Ну что ж, дорогие друзья, всем привет, с вами Дарья, мы продолжаем с вами играть в игрушку Strike Force Kitty 2. Мы с вами все, смотрите, все прошли. Просто на отлично, просто на ура. Еще я фишку, смотрите, одну обнаружил, если вы не знаете. Так, переходим сюда. Вообще, что нужно для этого? Нам нужна только ударная сила. Посмотрим, кто у нас тут открыт. Вот такой вот робот. Открыт роботы. Какой-то шпион. Так, ну вы нам пока что не нужны. Нам. Так, значит. У нас теперь особенный персонаж. И причем их можно всех делать с помощью вот крутой вещи. Я сейчас вам покажу ее. Так, ну для начала. Давайте с вами подберем персонажа одного. Так, дамаж 10, это отлично. Ну, так, вот тебя можно волка взять. Ты взламываешь замки. Нам нужно, чтобы ты кто-то мог пробивать стены. Так, а ты наш лечишь. Ты нам пригодишься. Давайте тебя возьмем. И смотрите, тут если правильно подобрать, Бэтмен, но тут Бэтмена нету. Этот не подходит. Так, ты не подходишь никому, я так понимаю. Какая-то кассета. Это черный плащ, но тоже таких нету. Солнце. Тоже никому. Кока-кола, это, видимо, Fallout. Не знаю, кому это все отдать. Это, видимо, Марио. Цветочек для Марио. В принципе, у нас есть с вами лотереи. Давайте с вами подкрываем. А другую лотерею мы с вами потом будем тянуть. Так, звездочка. Может быть, сейчас подберем нужного персонажа нам. Топорик. Не знаю, какой-нибудь пожарный, может. Будет прикольно. В принципе, это даже можно будет потом подобрать. Что у нас останется в серии? О, покемон. Это для... У нас нет таких персонажей. Коробка. Я не знаю, кому коробка. Может быть, топор кому-нибудь надо дать. Это все-таки из Mortal Kombat тоже. Отлично, он стал еще сильнее, да, я так понимаю? Ну, подгадали, да, что это из Mortal Kombat? Звездочка. Звездочка нет. Майнкрафт. Сейчас у нас нет таких персонажей, которым бы это все подошло. Пуковка Е. Блин, ну, я не знаю. Не знаю, кому что уже подходит. Кассета. Кому подходит кассета? Я не знаю. Солнце какое-то. Так, ну и чем ты стал примечательным-то, я так и не понял. Много здоровья, что ли, стало? Ладно, давайте продолжим играть. Теперь мы сможем с вами блоки рушить, по крайней мере. А, блин, с вами приходится сражаться. Так и с вами придется сражаться. Сейчас одного персонажа еще откроем. Я думаю, сейчас всех собрали. Давайте вернемся. Где, кстати, мои золотые рыбы? Ох ты, нет, пока что не будем качаться. Так, появился ты у нас, и появился ты. Пока, в принципе, вы мне не нужны. Продолжаем.
Сейчас нам надо будет назад повернуть. Этих придется убить. Уникальный персонаж открывается, если правильно подобрать. Так вот, поверху мы не ходили, сейчас мы поверху пройдем. Так, первый сундук взяли. Золотой еще мы не все не брали. Чебурашка. Так, золотой сундук. И вот мы сейчас и откроем. Это, наверное, всем подходит. Я не знаю, что такое. Любому персонажу. Нет, не будем испытывать. Так, что у нас? А, ну у вас вот у нас последнее открылось. Бэтмен. Ну тут нет Бэтмена. Так, ладно. Продолжим проходить. Так, туда нам уже нет смысла соваться. Сейчас мы быстренько победим, сейчас всех тут зачистим. Это я не знаю откуда. Ангелы Чарли? Нет? Чебурашка ниндзя. Мандарин у него в руке был. А сейчас мы проходим нормально. Почти что, почти что. Я думаю, еще на один раз надо будет пройти, и все. Все персонажи мы соберем с вами с этого уровня. А потом, видимо, будет финальный босс у нас с вами. Сейчас мы этих убьем. Ух ты, блин, как? Я не знаю. Мы Чебурашку с вами победим, нет? Надеюсь, что победим. Он же один, нас двое. А вот этих нет, вот этих я уже не победим. Ну, это не так важно уже. Все, прошли, всех персонажей собрали. Одна девушка такая. И вот она, вторая девушка. Также Чебурашка у нас есть. Он дает нам к скорости. Останется 20 левел. Так, ну давайте. Ух ты, какие тут персонажи. Очень-очень много их. Тут даже карта не нарисована. Ух ты, блин, они тут все, короче. Как же я их всех победю-то? Да блин, а как я пройду, интересно, его? Надо в тренажерку сходить. Короче, кого тут можно нам собрать? Потом, видимо, будет финальный босс. Нам надо, короче, видеть и открывать замки. Хорошо, сейчас подберем. В принципе, сколько я могу открыть? Я, может быть, скины могу открыть.
Их раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12. Нет, пока рано. Надо хотя бы пятерых открыть, да? Я могу семерых открыть. Давайте пока что как-нибудь так подберем их. Один у нас должен видеть. Вот этого, давай, допустим, давайте возьмем. Ты нам не нужен сейчас, получается. И тебя возьму. Мне причем их вначале надо будет с вами поставить. Так, у вас, значит, начало. Переведем. Вот они. Да, персонаж, который видит, и один должен. Этот лечит, в принципе, он нам пригодится. Но нам нужен кто еще? Так, боевой какой-то. Какой-нибудь. У нас боевой только волк. Других я не вижу. Так, отсюда мы что-нибудь можем взять? Так, Mortal Kombat понятно, можно постоянно ими пользоваться. Волк, я не знаю, блин, что на волка наложить такое. Просто можно сейчас все подряд пользоваться, может что-нибудь да подойдет ему. По идее, наверное, каждый какой-нибудь элемент должен подойти будет. Но этому персонажу, по ходу дела, ничего не подходит. Допустим, хорошо, давай возьмем топор и будем с вами попробовать на всех. Допустим, диск. Не подходит, да, никому? Ну-ка, ты. Маска. Мы толком это пропустим. Ну-ка, тебя. Кто-нибудь есть из Бэтмена тут? С Бэтмена, видимо, никого нет. Ну-ка, солнце. Нет, тут только определенные, видимо, персонажи. И маска, я думаю, тоже навряд ли шляпа подойдет. Роботов тут нету. Ну-ка. Давайте звездочку попробуем. Не, наверное, тут ничего никому не подходит. Волшебная палочка — это Гарри Поттеру. Кнопка E, я не знаю, что это такое. Диадем, наверное, это Sailor Moon. Нет, все, нет. Так, ну да ладно. Вернемся к 20-му левелу. Блин, взорвались. Подорвались. Сколько тут препятствий. Ужас какой. Я не знаю, как мы это будем проходить. Короче, нам нужен персонаж, который еще видит, будет все видеть нам, подсвечивать путь. Есть такой тут? 17-й, может быть, 17-й. Так, 16, походу, дела их тут нету, ну-ка. Кто самый тут сильный? Давайте по дамагу. 10, 8, мало, 12. 13, 13. Мало сильно. Вот, отлично, вот этот больше всего подходит. У него 18 дамага. Тебя надо будет взять вместо. И
даже не знаю, вместо кого. Нам вот эти нужны зрения, и также нам надо рушить стены, видимо. Ну ладно, давайте пока что вот так возьмем. Тут замки-то надо будет нам скрывать. А что тебе, кстати, подойдет? Ты не Марио, может быть, ты? Без понятия, что ему подойдет. Откуда вот ты вообще? Может, тебе нужен топор? Так, ладно. Давайте уже пробовать. Нам будет персов добыть. Ух ты, тут надо будет прыгать, прыгать, прыгать. Они постоянно обновляются. Дурацкий бомбармен. Вот, неужели мы персов с вами откроем? Еще двоих. О, Сейлор Мун. С вами-то мы сражались. Ах, ты не успел. На 6% уже сделали, по крайней мере. Ух, тут все с мечами. Подлечимся. Думаю, должны побить их. Один погиб. Нам, я так понимаю, нужно наверх самый подняться. Мы, потому что в башне нам будет, надо будет все выше и выше подниматься. Тут реально много ловушек, так что нужен кто-то быть, чтобы смотрел за капканами. Так, неужели прошли? Так, а тут мы с вами проиграем. Так, еще хотя бы на раз надо будет пройти. Потом, может быть, поменяем персонажей. Ускоряем, чтобы сильнее и сильнее становиться. Вот этих нам надо будет еще раз пройти. Хотя нет, не обязательно было. Но ключик нам все равно нужен был. С вами сражаться. Тут не угадаю, что-то они постоянно меняются. Давайте добудем с вами сундучок. Там явно что-то крутое. Получилось, ну-ка. С этим тоже придется сражаться. Смотрите, мы что-то раздобыли у них. Значит, таких не... Ух ты, смотрите, наверху. Гомункулы там. И что, мне не стоило сюда возвращаться? Окошко. Это финиш. Фокзорлд какой-то. Это финальный босс. Нам нужно, чтобы до финального босса забрались все. Нифига себе. Что это такое? Что творится? А, он в трансформер превратился. Мощный. И у него много-много здоровья.
И как мы его победим? Это же нереально сложно. И он причем по всем бьет, да? Я даже не знаю, как мы его будем побеждать. Так, кого мы можем надеть? Ну-ка. Ты у нас рушишь стены. Так, а ты у нас даешь к жизни, прибавку к жизни. А что у нас тут? Я думаю, пора открывать свои лотерейные билеты. Так, а что мы еще взяли, выиграли-то? Мы же с вами открыли еще один. А, нет, мы же лотерейные билеты не открыли, прошу прощения. Непонятная штука вот эта. Ух ты, вон она кому подходит. Аран какой-то. Хорошо, можно по этой методике всех выбрать. Давайте билеты откроем сейчас. Потом же будем выбирать персонаж. Хотя давайте в другой части откроем. У нас 5 билетов оставим. Надеюсь, у нас все получится. Ладно, ребят, до следующей серии. Всем пока-пока.